Привет, друзья! Вы на канале Bob GTX, и сегодня у меня для вас очень классная игра Survivor – Уцелевший. Это игра об испытаниях на необитаемом острове, очень похожая на телепередачу «Последний герой». Здесь есть испытания, иммунитет, голосование и в конце «Последний герой». Игра нелегкая и тем интереснее в нее играть. У меня получилось выиграть благодаря моим друзьям. Как это было, давайте посмотрим. А перед просмотром не забываем поставить лайкосик на это видео. И погнали! Начинается наше приключение на вот таком красивом корабле в открытом море или океане, это неизвестно. Джефф, наш ведущий, сначала нас просит выбрать капитанов команды. И мы просто рандомно голосуем. Ну, кто рандомно, кто с друзьями играет, тот за кого-то особенного голосует. Потом нас делят на команды. Я этот процесс весь ускоряю, потому что игру я проходил 45 минут. Нас поделили на команды, и мы оказываемся в вот таком милом лагере. Здесь мы ждем каждого испытания, каждый день мы здесь оказываемся. Вот появилась моя подружка. Она мне помогала, кое-что подсказывала. Вот такая милаха, у нее очень прикольное сердечко внизу. Вот она мне пишет, чтобы я ее вспомнил. Я ее помню. Вот начинается первое испытание. Не самое легкое, я вам скажу, потому что я вообще не понял, что делать. Так как с английским языком у меня не очень, ну так, в общих чертах я понимаю, но сразу не разобрался. Шарики двух цветов, и есть два таких отверстия, за нами и за ними. Я думал, что надо забивать голы им, а оказалось, я так понял, что надо было наши шарики нам сюда перекатывать. Кто быстрее это сделает. Я мотался как мог. Здесь я тоже чуть-чуть ускорил. Что-нибудь делал, сам не понимал что. Потом уже понял, но уже было поздно. Испытание тоже интересное. Кто не играл, сразу не разберется. На каждое испытание есть определенное время. Вот мне подсказывает моя подруга, что я делаю что-то не так. Ну, я еще новичок, потому и не понял. После каждого такого испытания проигравшая команда вечером идет голосовать. Смотрите, как это все круто сделано. Мы бежим своими факелами на наши места. Вторая же команда в это время просто отдыхает. Нам дают выбор, я голосовал рандомно, не задумывался сначала. Ждал только, чтобы меня не выгнали. Потом Джефф нам показывает таблички с голосами. Вот и меня кто-то выбрал. Но мне повезло. В этом голосовании я не ушел. Ушел вот этот парень. За него было отдано 2 или 3 голоса, я уже не помню. Процедура ухода здесь тоже прикольная. Примерно как было телешоу. Факел его погасили, и он уходит. Вот и новый день настал. Здесь мы ожидаем нового нашего приключения. Ключи от победы. Это паркур испытания.
Вот такие прикольные ключи надо было положить вон тот, вон тот сундук. Ну, чтобы туда добраться, надо было пройти испытание паркура. Вроде бы ничего сложного. Я быстро начал это испытание. Такой себе бегу, раз, думаю, сейчас я быстренько заберу этот ключ, и все, если ты падаешь, тебя выбрасывает назад. Потом все по очереди тоже это делают. Все пишут, что это сложно, но команда противника уже взяла один ключ. И я уже на последней секунде постарался, и как видите, тоже прошел это нелегкое испытание. Вот смотрите, здесь не было ничего сложного, просто надо было не спешить, потому что времени было полно. Я первый раз поспешил, потом я уже взял ключ, но он был только один, и команда противника раньше закончила испытание, потому она и выиграла. Здесь все радуются, мы думаем, что будет какая-то ничья. Но ничьи здесь не бывает. Потом нас выбрасывают опять в наш лагерь. Я чуть-чуть покупался, и снова мы на голосование. Нас уже очень мало осталось, 5 человек. Я опять рандомно проголосовал, но в этом испытании вылетела моя подруга. Вот такая процедура прикольная. Мы вроде бы все пошли проголосовали, а потом показывает бумажечки, где показывает каждого, за кого проголосовали. Она еще так себя прикольно подписала. Но, к сожалению, ей не повезло. Она очень расстроилась, что ее выгнали. Ну, это игра. Здесь все будут рано или поздно проигрывать. Я в эту игру второй раз играл. Первый раз я дошел до финала, но проиграл. Вот следующее испытание. Как видите, испытаний здесь очень много, все разные. И довольно сложные. Теперь, правда, нас соединили, две команды соединили в одну, и теперь мы боремся за индивидуальный иммунитет. Когда нас соединили, ко мне присоединились еще два моих друга, и мне было уже легче, потому что я знал, что они за меня не проголосуют. Суть этого испытания была в том, что вверху есть фигуры и внизу есть фигуры. Нам надо просто нажимать последовательно те фигуры, которые мы видим вверху. Кто не успел, я так понял, того выбрасывает. Вот осталось 4 человека. Я нажимал так быстро, как мог, и выиграл в этом испытании, заработал иммунитет. Это было круто. Это не так просто, как кажется уже, когда я это все сделал. Тем более в этой игре испытания я первый раз проходил, мне почти не повторяются, все новые и новые. То есть игра очень продуманная и интересная. Смотрите, мне теперь повесили этот иммунитет. Так он выглядит. Сейчас я чуть-чуть отойду, чтобы его было лучше видно. Не успел. Вечером было голосование, и я уже знал, что меня точно не выгонят. Но, к сожалению, зацепило моего еще одного товарища. Мы только соединились в одну команду, и кота вот этого красивого тоже попросили.
Не знаю, кто-то голосовал по три одинаковых голоса. Я так подозревал, что это сговор. Вон, есть тут такие три девочки. Я дальше вам их покажу, потому что я останусь вместе с ними. Вот осталась еще одна моя подруга Малефисента. Да, мы здесь купаемся. Здесь очень красиво. Сразу захотелось на море отдохнуть. Но нас ждало следующее испытание. Сейчас мы опять работаем сами за себя. Здесь Джефф объясняет нам, что делать. Мы видим впереди нас на стенде вот такую картину. И теперь нам надо под собой, под ногами открывать светлые квадратики, а темные оставлять, чтобы получилась такая фигура. Я сразу не догадался, начал потихонечку только открывать, а надо было ускориться. Я так понимаю, кто первый это сделал, дальше обновляется, то есть ты не успел. Потому что я дело делал, потом смотрю, уже новая картинка. Значит, кто-то уже справился с этим испытанием. Вот, все обновилось, опять заново. В этом испытании выиграла одна девочка и получила иммунитет. Я с своей подружкой, конечно, ничего не выиграл. Потому что я уже начал хаотично бегать. Ну, почти все открыл, но не успел. Иногда квадратики эти просто не нажимались. Не знаю почему и в чем задержка. Может, кто-то знает. Вечером опять нас ждет голосование. И сейчас вот есть там ник такой. Potatoes, девочка. Мне кажется, она была в сговоре с Инди еще и еще одной девочкой. Там ник очень такой. Потому что все время вот кота выгнали три голоса. Сейчас не повезет моей подруге. Но кот, кстати, остался. Его определили в жюри. И я был очень этому рад. Ведь жюри в конце голосует за того, кто будет последним героем. И вот помощь друзей, что я вам говорил. Вот смотрите, все проголосовали. Я против Potatoes этой девочки проголосовал. И Малефисента тоже. Как видите, их трое, а нас двое. Пять человек всего осталось. Давай, Джефф. Сейчас Джефф откроет голоса. И вот я понял, в чем был сговор, когда Джефф начал открывать голоса. Это проголосовали те девочки. Это я проголосовал. Вот смотрите. Но не может же быть, чтобы... Ну вот мы были в сговоре вдвоем. Мы знали, за кого мы голосуем. Я думаю, и те три девочки тоже знали, за кого они голосуют. Так как все три проголосовали против Малефисенты. Я, конечно, чуть-чуть сразу расстроился. Потом понял, что теперь и она попадет в жюри, так как шестого участника, кто не выходит с игры, я так понял, все остаются в жюри. Это такой маленький секрет. А жюри потом голосует. Вот я остался сам один. И три этих девчонки. Я знал, что если я сейчас проиграю, следующим буду я. Вот наступил день и новое испытание. Испытание заключалось в том, чтобы как можно дольше продержаться на верхушке вот этих красивых разноцветных столбов. Сразу же мы оказываемся там. И сейчас я расскажу, как сделать так, чтобы вы там задержались как можно дольше. Потому что я, как всегда, не сразу все понял, не успевал прочитать. Делал все по ходу дела. Вот начинается испытание, вы на самом верху. И надо нажимать на вот эти кружочки, когда подходит кружочек. Все очень просто. Подошел, нажали. Если вы два раза ошиблись, вас опускают все ниже и ниже. Я сначала не понял, теперь я начал догадываться, что так надо делать. Но сначала это было медленно, и все время скорость увеличивалась.
Я так смешно там бьюсь головой, но скорость такая уже, что я почти не успевал это сделать. Еще была трудность в том, что я не видел, кто, как проходит испытание. Я просто висел и все. Время шло, я себя клацал непонятно, все опускался, ну думаю, все. Не видать мне этого последнего героя, потому что я знал, что девчонки проголосуют точно против меня. Ну, я ошибался, я удивился, что я выиграл. Смотрите, у меня иммунитет. И вот повернулось так, что этим девочкам придется голосовать между собой, кто же вылетит из них, решать. В жюри тем временем сидели мои друзья и ждали, когда я выиграю, наверное. Потому что с котом я не общался. С Малефисентой я лично общался и знал, что она решит. То есть мне было чуть-чуть проще. А за решение кота я только догадывался, потому что просто он добавился в моих друзьях, он смотрит, как я веду стрим иногда, участвует в моих стримах. Мы играем вместе, но я не знаю, кто это. Просто я надеялся на то, что он просто меня поддержит. Вот голосование. Я против этой девочки проголосовал. И два было против Инди. Еще оказалось, что если у них поровну голосов, один раз было так, что мы переголосовали потом еще за двух человек, за этих, кто проиграл. А в этот раз они пошли играть какую-то игру. И кто выиграет, тот и останется в тройке. Выиграла девочка Инди. Я думаю, ну все, избавился от этой девчонки Potatoes, но не тут-то было. Она оказалась еще в жюри. Конечно, я не знаю, были они в сговоре или не были, но я думаю точно, что если мои друзья проголосуют за меня, то я стану последним героем. Если кот не проголосует за меня, значит уже шансы меньше. Вот настал вечер, мы теперь просто ждем, когда жюри определит победителя. Еще был такой интересный момент. Вот бежит эта девочка и пишет, что она выбирает Инди. Я попросил Малефисенту, чтобы она написала Боб, чтобы все видели, что она выбирает Боба. Вот смотрите, она написала. Эта девочка тоже написала только в чате, что хорошо, она тоже поддержит Боба. Ну, что-то она там закрыла эти все надписи. И вот пришло голосование. И вообще, кто-то проголосовал за ту девочку и двое за Боба, то есть за меня. Вот так я стал победителем, благодаря своим друзьям. Если здесь какие-то дружеские отношения, то очень сложно дойти до конца. Мы были вдвоем сначала с моей подружкой. И благодаря этому я и выиграл. Вот мои друзья радуются за меня. А те девочки не очень радуются, наверное. Все-таки они рассчитывали, что кто-то из них станет победителем. Вот такая прикольная игра. Мне она очень понравилась. Мы проведем по ней стрим, возможно, даже сегодня вечером. Потому что, ну, это действительно интересно, кто кого выберет. Испытания очень крутые, все продумано, интересно. Кто не знает, как это делать, просто раз посмотрите и все решите. Вот я благодарю всех за это. И побежали мы все домой. Вот такой видосик вышел. Кому понравилась эта игра, кому понравилось, как я стал последним героем, поставьте, пожалуйста, лайки. А на этом все. Пока-пока, друзья.